Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания, и сегодня у нас видеообзор на вот такой вот протеин бар с ванилью. Это у нас спортивное питание для качков. Здесь 50 грамм, один батончик, 12% протеина, модель из России. Вот, и давайте посмотрим состав. Вот, кому интересно, сейчас можете нажать на стоп и посмотреть. Здесь есть вон, витамин В6, В1, В2, В12, фолиевая кислота и амортизатор. Ну, там и куча-куча всего. Сахар, та-та-та. Ну, в принципе, вот как бывает во всех вкусняшках. Так, как видите, условия хранения, изготовитель, производитель. Также вот здесь вот, сейчас посмотрим. Килокалорий 193 в 100 граммах. Здесь у нас 50 грамм, значит меньше. Вот. И давайте же ее попробуем. Также нам понадобится наша помощница. Такая вот тарелочка. Опа. На вид самая обыкновенная шоколадка. Кстати, она куплена в фикс-прайсе. Спортивное питание сейчас начали продавать абсолютно везде. Во всех магазинах. Не только спортивных. И, честно, это радует. Вот. Самое обычное. Шоколад немножко на пальцах оставляет. Чуть-чуть вот есть. То есть мы сейчас, вот я делала предыдущий обзор, тоже на протеин бар вот с бананом, там не оставлял шоколад следов своих. Здесь оставляет. Ай, режется тяжело. Опа. Режется очень тяжело. Вот внутри белая начинка. Ну, не белая, а молочная такая. Давайте этот кусочек с вами попробуем. Жестковатая. Пожестче гораздо, чем протеин бар с бананом. Также прилипает к зубам. Вот. Ну, вкусный такой. Ну, не настолько сладкий, не приторный, по крайней мере. Сладкий он там, прям чуточку такой сладкий. Вкус ванили, ну, особо не ощутила. Просто какая-то вот вкусная конфетка. Со вкусом немного шоколада. Такая обыкновенная, самая обычная. Как-то протеин бар с бананом, он был как-то повкуснее. Ну, такая обычная, ее можно, в принципе, подарить. Кому-нибудь купить, обрадовать вполне. Вот, именно вот, вот такую вот желтенькую я, наверное, первый раз увидела в фикс-прайсе. Поскольку у меня муж спортсмен, у нас таких шоколадок было море дома, то именно вот эту вот шоколадки ее не было в спортивных магазинах. Видимо, она появилась недавно. То есть такой вкус был. А именно вот этикетка сама вот эта вот, такой не было. Видимо, она появилась, наверное, недавно, потому что я посмотрела и у протеина бара, у них изготовитель один и тот же. Вот, изготовитель, производитель, то есть там один и тот же адрес, Москва, адрес. То есть, ну, у нас вот дома всегда были вот такие вот шоколадки с бананом, там, с кокосом еще, по-моему, и риска.
ириска. Там еще какие-то были, не помню. У нас вот больше нравились именно вот протеин-бар. Вот. В принципе, довольно вкусная. Ну, вот именно вот эта, она жестковатая, пожестче. А на вид, ну, в принципе, она обыкновенная. Ничего такого. Ну, жуешь там, да, что-то попадаются такие мелкие, как будто кокосовая стружка что-то попадается. Не очень понравилось, честно, мне. Из-за того, что она все-таки немного жестковатая. Может быть, кому-то нравится. Вот. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал ArtMania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Как вам такая шоколадка? Понравилась, не понравилась? Какие вы едите? На какие вы хотите обзоры еще? Я обязательно рассмотрю ваши предложения. И всем пока-пока.